Большинство девушек еще в детстве начинают фантазировать на тему своей свадьбы. Но жизнь складывается по-разному. Кто-то уже вот-вот получит статус замужем, а кому-то еще только предстоит встреча со своим принцем. Благодаря проекту «Невеста года» примерить на себя роль невесты может абсолютно каждая. В рамках данного проекта мы набрали участниц для того, чтобы показать им, что такое настоящая невеста в рамках состояния души. Нам не важно, была участница невеста или она будет. Сегодня у нас финал будет проходить в стиле сказки «Красавица и чудовище». И у нас они, это не хореографические номера, а это реально настоящий мюзикл. Девочки пробовали, экспериментировали. Было очень интересно за этим наблюдать. Сегодня мы посмотрим итог. Мне очень нравится везде участвовать во всяких проектах. И вот поэтому решила и проявить себя в «Невесте года». Ну, во-первых, нам помогли раскрыть себя за счет фотосессии. Проводили мы фотосессии «Утро невесты» и «Главный день невесты». Соответственно, мы прочувствовали, что такое почувствовать себя невестой с самого утра и до конца вечера. Попробовали собирать букеты, занимались флористикой, у нас были различные мастер-классы. Я будущая невеста, в августе у меня будет свадьба. Я узнала очень много новых советов, я поняла, что в всех отношениях делаю не так. Потому что у нас было много мастер-классов, на которых мы разбирали как раз-таки все детали наших отношений. Мне уже делали предложения не раз, но как-то до свадьбы у нас не доходило. И появился проект, где я могу прочувствовать, правда, вот этот образ и уже наконец-то решиться в следующий раз пойти, правда, к алтарю и сказать это заветное слово «да». Я считаю, каждая должна поучаствовать в таком мероприятии, как участвуем мы, потому что это, ну, несравнимо. Я себя ощутила сегодня на невесте, но не только невесты, насколько я себя ощутила королевой сегодняшнего вечера. Каждым годом подготовка к свадьбе занимает все больше и больше времени. Если раньше счет шел на недели, сейчас подготовка от нескольких месяцев до года считается нормой. Вообще, конечно, стоит держать фигуру в форме всегда. Вот, потому что у нас же все любят за 2 недели. Это очень тяжело, долгая работа, кропотливая. Я рекомендую обязательно заниматься с тренером. Потому что это очень ответственное событие. Раз в жизни бывает, у кого-то 2, но я все-таки приверженница, что 1. Подготовка невесты складывается намного заранее, нежели накануне. Необходимо заранее договориться с мастером, прийти на пробную прическу. Более воздушные, более мягкие прически, более актуальны сейчас. Ну и некоторые делают классику, это лакированные, гладкие, холодные волны. Можно сказать, что участие в этом проекте являлось своего рода репетицией подготовки к свадьбе. Девушки почувствовали себя настоящими невестами. Желаем, чтобы их свадебные мечты как можно скорее стали реальностью.